Всем привет от Оксаны из Алабамы. Сегодня 20 сентября, 20 год. Приветствую вас из города Мобил, портовый город на юге США, на Мексиканском заливе. И сегодня я вам немножко расскажу, что мы делаем, почему мы это делаем и цены на кое-какой ремонтик. Я давно для вас планировала рассказать. Итак, вперед. Я сейчас стою в переднем дворе одного дома. Ремонт мы здесь уже делали основной. Красили серо-бурмалиновый цвет и в серый цвет. Обратите внимание, здесь персиня болеет, лишайник на ней какой-то. И она вот зацвела. 20 сентября красиво цветет персиня. И вас поприветствует мой прекрасный старший 19-летний сын. Джессов, скажи привет подписчикам. Привет. Сегодня воскресенье, сейчас 12 часов дня. Сергей не смог работать, у него зубы болят. И самый интересный момент в том, что, получается, из-за урагана Салли компьютеры сломались и не работали. Мы не могли сделать, когда в пятницу звонили в офис дантиста, не могли сделать ему визит к врачу, чтобы мы вырвали эти два зуба. Он же боится все сразу вырывать и делать эти вставные челюсти. Вот так постепенно намучается и все. Так что он сейчас лежит с болью, пьет таблетки. А что мы заканчиваем здесь? Посмотрите, как интересно. Вот эту голубая лента, я сейчас ее приклеила. Почему? Потому что после того, как мы покрасили все эти потолки и стены с Серегой, ролик я делала, я дам ссылку под этим на те ролики из этого дома, какой он был раньше. И здесь положили пол. Я узнала, я знаю, что хозяйка дома, клиентка, которого купила, получила финансирование на 270 тысяч. Она медсестра, черный, нет. Черные у нас в Мобиле тоже могут иметь хорошие работы, покупать хорошие дома. Так вот. Нам за покраску она заплатила 4500. Мы брали в начале ремонта, в конце. И нам осталось, у нас в этом контракте осталось $250. Кухню мы не красили. И полы здесь она не меняла. Здесь уже были такие полы, вот ей новые полы положили. Я пройдусь по комнатам, где ей положили полы, скажу, сколько она заплатила. Она мне сейчас честно ответила. Она мне сказала, что вот одна коробка вот такого пола, waterproof, это значит, если будет потоп, они не вздуются у вас. Pet and child friendly, это значит, что дети, если будут корябать или животные когтями, этот пол у вас не покорябается. Вот так выглядит каждая пластина. Тут уже подложка есть. В общем, $80 коробочка. Вот такие коробочки. Я знаю, мужикам на канале, кто занимается ремонтами, очень такие подробности интересны. Вот. Вот. Понятно? Значит, они, эта компания, которая делала пол, укладывала, они установили пол и потом прибили вот эти вот к плинтусам, прибили шумолдинги. Итак, сегодня выходной у сына тоже. По воскресеньям к нему во второй половине дня приходят друзья. Но они, кстати, они не приходят, как вот некоторые думают, пожрать, потому что вы видели на канале много роликов, американцы, подростки пробуют русскую еду. Нет, и не за бассейна они приходят. Они приходят ради общения. Они очень любят играть в эти карты, там Magic, D&D. В общем, они собираются за этим нашим круглым прямоугольным столом и играют. И Джессо говорит, потому что мы друзья. Нет, а то некоторые говорят, они к вам приходят только пожрать. А я говорю подписчикам, они, и у них это уже вот просто, кто может, тот придет. Они знают, что в воскресенье, во второй половине дня, там после трех, после пяти, Джессо будет дома, и они смогут прийти и пообщаться, поиграть. Вот. Итак, продолжаю. В общем,
Серега лежит. Я попросила сына приехать помочь, так бы мы с Сергеем вдвоем здесь были. Или он один. Обычно такую легкую работу он один делает. Ну вот. Установить полы вот в этой большой гостиной. В коридоре. И трех спальнях было 14 тысяч долларов она отдала. Мне кажется, что с нее слишком много содрали. И еще она не делала вот эти гардеробные. Она говорит, они там ковер положат. Мне кажется, так дорого. Я не знала, что так дорого. Но она просто говорит, я качественные полы взяла. Они не боятся ни потопа, ни притопа. То есть здесь сейчас я, когда перестану снимать, буду обклеивать. Сын будет герметиком замазывать. А я потом буду... А потом мы в две кисточки покрасим. Герметик я купила... Сейчас покажу, какой герметик. На нем написано, что за 20 минут он высохнет. Вот. Вот такой герметик у нас. Называется Alex Fast Dry. И тут написано 20 минут. Белый. Двери, трим, молдинги. Вот. Я знаю, вы сейчас будете спрашивать, сколько я Джессову заплачу. Сколько хочу, столько заплачу. Не обижу сына. Ну, короче, потому что сейчас уже сын не как подмастерье работает, а как профессиональный маляр. Мы его очень редко используем, у него другая работа. Ссылку на его работу я дам на моем канале Crazy Russian Mama. Я рассказываю про его работу на английском языке, показываю. Вот. Вот гардеробная вот в этой комнате. То есть в Америке считается, если спальня, комнату можно считать за спальню, если есть такая ниша для вещей. Видите, люди решили сэкономить и не стали класть туда вот этот пол. То есть там установят им ковер, чтобы подешевле было. Этой клиентке сказали, что они... Если бы ковер они укладывали на всей этой территории, ковролин, то это бы стоило 5000. Но она решила подороже, потому что она терпеть ковролин не может. То есть, видите, теперь один и тот же пол во всех спальнях. Тут 4 спальни. Вот, то есть, вот такой у нас объект работ с сыном. Так, ну я думаю, что мы за пару часов справимся мы. Хороший мой, ты думаешь, мы за пару часов справимся? Заряди подписчиков. Тут плохо видно. Подожди, потому что когда свет сзади, заряжает он вас. Заряжает он устал. Пока-пока. Вот я приклеиваю ленту. Я не могу понять, здесь им полы, что ли, сделали? Я не знаю. Мне кажется, тут не должно быть щелей вообще. То есть, по идее, где-то они меньше, где-то они больше. Вот здесь вообще нет, здесь хороший стык. То есть, получается, где-то у них хороший стык, а где-то не совсем. Так что, поэтому, неважно, если с вас сдерут кучу денег. Видите, они прибили, но они силиконом не замазывали. Они сказали, мы не маляры, мы этим не занимаемся. Так что в Америке, если что-то стоит очень дорого, это не значит, что это будет очень хорошее качество, очень быстро. И если что-то дешево или средняя цена, это не значит, что это будет плохо. Что думаете, мужички канала, профи канала? Тут было покрашено, они поцарапали, потому что Сергей же вот это вот все спрейл, было как фабричное. Сейчас буду замазывать, закрашивать.
И они попортили. Видно, у нас здесь было чисто. Это же все было чисто покрашенное. Они попортились. Это меня в голове не укладывается. Они делали эти полы 3 дня. Ураган Салли прошел, они делали 3 дня. И 14 тысяч. Ну, на материал они... Ну, ладно, 4 тысячи материал. Смотрите, это какой красивый, какая люстра хрустальная. Теперь будем 2 кисточки красить. Джесса, вообще вот тебе такая люстра. Люстра — это слово, ты не знаешь. Люстра. Mm-hmm. Тебе нравится такая люстра или нет? Мне интересно просто. Вот если бы у тебя, когда будет свой дом, ты такую люстру себе купишь? Sure, but just a little higher. А, чтобы повыше была, да? All right. So what you can do here is paint.